Ой, я не могу, ребят, давайте перекусим. Я сегодня эфир не выйду, а выйду завтра. Завтра большой праздник, день пограничника. Буду поздравлять, я там уже ВК поздравила. Ребят, в каждом городе есть пограничники, у них свое сообщество. У нас тоже есть Калуга, Калужская область, командир Славин и еще там. Как его? Девки, сейчас отдаем эти щавельные, теперь их соль. Что это такое? Кино смотрю, ребят. Захотела жрать. Это Болливуд, Индия. Я теперь каждый день Индию смотрю. С майонезом. Завтра я, наверное... Этот сделаю, как его называется. Свекольник холодный. А Натаха в группе сказала сделать этот. Окрошку. Ну, я этого щавеля наелась, я больше не буду его долго готовить. Там еще есть у меня одна упаковка. Я щавель, это макароны разогреваю. Я щавель ем все холодные. Пережарку не делаю. Ну, конечно, если вы пережарку делаете, то вы должны горячим есть их. Девки, я индийское кино смотрю хорошее. Есть индийский кино, это канал, там сериалы, это Болливуд. Вот она. Убили, что ли, ее? Кого убили? Завтра выйду в эфир, поздравлю всех пограничников. А я жру. Боже упаси. Ну зачем я посмотрела? Он, наверное, чокнулся. Невесту убили. Боже упаси. Он кровать гладит. Фотографию теперь разглядывает. Сумки лазит в нее. Доказательства ищет. А мне кажется, это эта баба его убила, которая он бабе нравится. Ага. Ну что теперь? Плачет, сидит. Угу. Завел много телок.
заснул. Ну, обнимаю. Сейчас макароны помешаю. Продолжение банкета. Щи съела щавельные, ваша любимая сковородка. Бабочки разогрела. Открыла с овощами кильку, острую только. Не знаю, как я ее буду есть. И, конечно, хлеб хлебушек. Ой, кино вообще. Она разыгрывает его. А то очень острое. Она разыгрывает его. Там баба одна. Она одета. Они двойняшки. Ой. А он верит. Угу. Ага. Она не цаны. Они его разыгрывают. А поделить не могут. А он, видите, ищет это ищет, спрашивает. Он не верит, что это она. По одежде сразу. По одежде. Вот. Угу, как? Я хочу сказать, мужиков хрен обманешь. Угу. А он сейчас ищет, рыскает. Ее же убили. Я когда макароны варю, я их не промываю, ребят. Я варю это дуршлаг, а потом чуть-чуть масла подсолнечное и сливочное, и все. Они не слипаются. И в сковородку ложу, не ложу ни масла никакого. Потому что там масла много. Вот, видите, он что-то подозревает. А я что, должна вам комментировать? Угу. Сейчас. Дети консервы, все. У нас сегодня машина ехала вот сейчас вечером туда, в сторону завода. Ну, пограничный флаг. Уже, наверное, гуляют. Мне сейчас Эдик пришлет, они ездили какую-то колышку. Угу. А, видите? Видите, он замечает. Она цветы не такие любила. Он дал ей, проверил, дал денег. Она купила другие цветы. Там за ним следят. Он у этой девки
покупал цветы с ней. И вот сейчас дал ей проверить. И у него подозрение, что это другая баба. Ну, короче, вы поняли меня, что я перевожу вам. Это индийское кино. А, на. Он говорит, я тебя люблю. Она тоже говорит, я тебя люблю, целуется. Но он ей не верит. И я не верю. Это другая баба. И его разыгрываю. Перебили меня. Приходила Надюха. Лук и укроп принесла. Ой, я так объелась что-то. Не надо это переводить вам. Угу. Ну, разыгрывает его. Зато пограничники будут гулять. Они это, ресторан снимают или кафе каждый год. Угу. И жены их не туда идут. В том году вроде кафе снимали. Ну, их много. Калуга и Калужская область. Угу. Угу. Ой, ребят, все, больше не буду, не могу, наелась. Ребят, сегодня я не выйду, завтра выйду, завтра день пограничников везде. И будем поздравлять наших пацанов. Я уже в ИКН поставила, в Одноклассники, потом еще. Ну да. Двадцать восьмого. Ой. Все, хватит. Ты не жирнулся, блин. Всех с наступающим праздником, пограничники моим. Завтра ваш праздник. Ой, острые вообще. Завтра буду этот свекольник варить. Ладно, все. Не хочу я больше. Все, зайки, спокойной ночи.